На фотографиях, присланных жителями села Веденское, только несколько улиц из многих. Перекресток улицы Ленина и переулка Механизаторов сразу за остановкой. По этому переулку водят в садик детей. Жители уверены, что до школы пешком не дойти. Первоклассник с большим портфелем и сменной обувью потонет в этой трясине. Или того хуже, провалится в одну из этих ям. Молодым мамочкам не выйти на прогулку с малышами, не добраться до магазина. На видео, присланном читателями нашего сайта, зафиксировано, что даже огромная фура не смогла преодолеть веденское бездорожье. А что говорить о скорой, которая не доберется по срочному вызову? Жители не просят асфальта, им бы просто отсыпать дорогу шлаком или песком для возможности передвижения. По словам жителей, глава сельсовета только разводит руками и ссылается на то, что не хватает бюджета. Вячеслав Кузин, комментируя ситуацию, говорит о том, что этой зимой выпало слишком много снега, в 3 раза выше нормы. Он задержался в перелесках около села, а теперь активно тает. И вот у нас с полей колхоза, бывшего имени Ленина, там получилось, значит, у нас выше местности, чем Веденки. И оттуда резкое потепление, талый ход, талые воды от резкого потепления пошли в сторону Веденки, населенный пункт. Рельеф местности такой, что у нас, значит, с леса идет вода через реку, и с полей идет с 2 потоками, это вдоль населенного пункта всего. Трубы в этом году расчищены, но система водоотвода талых вод с нагрузкой не справилась. Сейчас проведен анализ ситуации, составлен план по замене труб большего диаметра, проведению дополнительных водоотводных каналов по поселку, очистке канав вдоль дорог, чтобы на будущий год подобная ситуация не повторилась. Светлана Епифанова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».